Смотрите в этом эпизоде. Неплохой костюмчик. Где надыбал? Я хорошо себя веду. Я тоже. Костюмчик-то где взял? И никого я не обижаю. Я тоже. Я тебя про костюм спрашиваю. Я хорошо себя чувствую. Не надо уколов. Пожалуйста, не надо уколов. Умоляю, не надо уколов. Это у него не костюмчик. Он когда сериалов про Спайдермана насмотрелся, гинопластику себе сделал. Так что, можно сказать, никакого костюмчика у него нет. Он, можно сказать, вообще голый ходит. Да! На чем мы остановились? Ну что ж, вполне возможно. А на льдину эту как вы попали? Да можно сказать, случайно. Мы во времени переместились. Ой, как интересно. Что это ты несешь, Петька? Из какого же времени вы к нам пожаловали? И зачем? Для обмена опытом? А может, на экскурсию? Да вы нас что, не узнаете? Вы повнимательнее приглядитесь. Это Василий Иванович Чапаев, легендарный комдив. Да. Как же я сразу-то не узнал? Конечно, узнаю. Ну, а вы кто будете на самом деле? А я его легендарный ординарец Петька. Ну, конечно же, Петька. Петька, гад, ты кому все это говоришь? Ты вообще головой думаешь? Что ж, у вас очень... Эй, привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович, 4, эпизод 5. День независимости, перезагрузка. Компания Бука Entertainment. Совместно. Подписываемся, друзья, жмем колокольчик. Совместно с компанией Сатурн Плюс представляем. Так, загружаем игру. Где мы остановились? Остановились мы в психушке. Поехали. Поговорим. Типа, строишь? С трубоголиком. Ну и как? Получается? Нет. И не получится. Руки кривые. Это не руки. Это нервы расшатались. А раньше-то у меня не нервы, канат были. И я ведь раньше крановщиком работал. Крановщиком? Нет. На водоканале. Ну а здесь как очутился? Так ведь такая работа, кого хочешь в дурку приведет. Ну представь, вентиль открыл-закрыл, воду пустил-перекрыл, и так целый день. А как же автоматика? Да у нас тогда забастовка роботов была. То ли масленки новые требовали, то ли напряжение в сети поднять, не помню уже. Вот мне и пришлось в крановщики идти. Понятно. Да уж. А это кто? Поговорим со всеми персонажами. Псих, ясное дело. Мы ж, Петька, в психушку попали, а все из-за тебя. Псих? А псих? Ты чего молчишь-то? Это хакер. Он с вами говорить не будет. Почему это не будет? Завис он. Как это завис? Мы его сейчас развесим. Оставь его в покое, Петька. Не видишь, не в себе человек. Поговорим еще с пауком. Неплохой костюмчик. Где надыбал? Я хорошо себя веду. Я тоже. Костюмчик-то где взял? И никого я не обижаю.
Я тоже. Я тебя про костюм спрашиваю. Я хорошо себя чувствую. Не надо уколов. Пожалуйста, не надо уколов. Умоляю, не надо уколов. Это у него не костюмчик. Когда сериалов про Спайдермана насмотрелся, генопластику себе сделал. Так что, можно сказать, никакого костюмчика у него нет. Он, можно сказать, вообще голый ходит. Как это генопластику? Запрещенная технология. Модификации на генном уровне. Как он смеется. А ты тут, похоже, самый умный, да? Я не самый умный. Самый умный хакер. Только у него крыша совсем съехала. Понятно. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики. Так, надо снять эту муху и повесить ее на дверь. А что? Я на память возьму. Ну что тут скажешь, мародер? На дверь. Чудес. Ну и зачем? Я пока и сам не знаю, Василий Иванович. Но интуиция мне подсказывает. Что же она тебе, Петька, подсказывает? Повесь, Петька, муху на дверь. Повесь, Петька, муху на дверь. Это, Петька, не интуиция. Это, Петька, уже клиника. Ага, клиника. Так. Что это за кнопочка? Интересно. Не трогай. Обоснуйте, пожалуйста. Это вызов медсестры. Вот и хорошо. Я давно хотел с медперсоналом пообщаться. Знаем мы это общение. Сейчас придет и уколы всем вкатит. Это почему? А чтоб знали, что в другой раз по пустякам не дергали. Ай-яй-яй. Так, что же делать? Что ты хотел спросить? Попробуем нажать кнопку. Я ж сказал, не надо эту кнопку трогать. Что? Даже один разок нельзя? Нельзя. Ну и порядочки тут у них, честное слово. Так, надо поговорить. Послушай, дружище. Не мешай. Не видишь. Опять ничего не получилось. И правда, Петька, лучше не лезь к нему. С соседями надо жить мирно. Мы ведь тут, похоже, надолго обосновались. Надо поговорить, вот хорошо. Вот что я тебе скажу, Василий Иванович. Текать отсюда надо. Как ж ты текать собрался, если у нас нуль джампера отобрали, а из этой психушки на волю ход нет. Только телепортация. Значит так, Петька, слушай боевую задачу. Нуль джампер найти и отобрать. Как же, отобрал один такой. Отбирайте, я посмотрю. Эй, ты куда руки тянешь? Да вот, понимаешь, хочу эту картинку поближе рассмотреть. Руками не трогай. Это не картина, а наглядное пособие. Вот. Я понял. Ты хочешь такой же домик из кубиков построить? Конечно. Ничего не выйдет. Да почему? За деревьями леса не видишь. За деревьями леса не видишь. Это как? Все большое видится с расстояния. Понимаешь, к чему я клоню? Нет. Тебе бы подальше сесть или картину повесить подальше. Слишком близко сидишь, оттого и не получается. Логично. Как же я сразу-то не догадался. А куда картин перевесить? На другую стену. А мы эту картину на противоположную стену повесим. Ничего не получится. Почему? Там уж есть картина. Ошибаешься.
куда же наделась? Пусть тебя это не волнует. Делась, и все. Ну, тогда... Ладно, перевесь. Перевешиваю на другую сторону картину. Теперь можно нажать на кнопку. Пока никто не видит. Так. Кто звонил? Новенькие, небось. Ну что ж, по принципу коллективной ответственности... Ой! Ну что, Петька, доигрался? Что она собирается делать? Укольчики. Укольчики принесли. Ой! Да что ты, девонька? О, вот эти твою... А я ведь получили? Предупреждал. Ай-я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 й. Не дергайся, животное. Хуже будет. Я хорошо себя веду. Укольчики. А не показался ли тебе... Знакомый это Бикса, а? Что скажешь, Петька? Не разглядел, Василий Иванович. Все это очень странно, Петька. Что странно, конечно, Василий странно. Иванович? Понимаешь, Петька, пришло ко мне какое-то понимание иллюзорности мира. Нашего или в космических масштабах? Причудилось мне, будто сидим мы с тобой, Петро, в нашей банке и портвейн пьем. А будто бы Фурманов нам что-то про революцию рассказывает. И еще что-то про галлюциногенные грибы. Петька. И что? Не пойму я, Петька. То ли я псих, которому снится, что он Чапаев, то ли я Чапаев, которому снится, что он с ординарцем своим в дурку попал. Да, дела. Без бутылки не разберешься, Василий Иванович. Врешь, Петька. Разберемся и без бутылки. Везет тебе, Василий Иванович. А мне вот после этого укола ничего не снилось. Так может еще раз попробуешь на кнопочку нажать? Что-то не хочется. Надо кое-что сделать. Поговорим. Это ж надо было додуматься. Генопластика. Я хорошо себя веду. Ишь, как тебя обкололи-то. Слова лишнего не вытянешь. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик. Послушай, хлопец, лучше вы ко мне не подходите. Это еще почему? От вас одни неприятности. Одно только радует. Что именно? Теперь-то наш мутант паутину пускать не сможет, как раньше. Погодь, погодь. Какой мутант? Какую паутину? Я про этого недоделанного Спайдермена толкую. Он раньше, особенно поначалу, очень лих паутину пускать умел. У него в руке железа паучья имплантирована. И паутина у него, надо сказать, мерзкая, такая липкая. Ой! Я очень нервничал по этому поводу. Паутину? Это интересно. А теперь уж куда ему? Теперь уж его успокоительным обкололи. А раньше... А что раньше? А раньше он даже мух жрал. Пока санитары не отучили, они тут даже плакат с мухой специально повесили. Вот. В воспитательных целях? Нет, чтоб подразнить. Тонкий, однако, у них юмор. Ой, пожалуйста, не надо. Ты смотри-ка. Я хорошо себя. Ой, не надо. Сейчас санитары придут. Петька, прекрати. Сейчас бросится. Все, уже молчу.
Ой, что сейчас будет? Ага. Что будет, что будет. Вот. Этого и следовало ожидать. Этого мы и хотели. Вот теперь жмем на кнопочку. Смертельный номер. Смотрите внимательно. Показываю один раз. Опа-на! Вот и все! Опаньки! Ты опять за свое, Семенов! Опять паутину пускаешь? Так я Митричу скажу! Он тебе такую паутину покажет! И никого я не трогал! Вот так! Что ж, друзья... На этом нужно... Вы бы, дамочка, помолчали. Попалась тут с ячейкой. Посмотрим. А ну, колись, как нам отсюда выбраться. Ах, ты так со мной. Погоди, Василий Иванович. Это же Анка. Вот, почухали наконец. Такого не может. Да ты только посмотри, как похожа. Она, точно тебе говорю. Не Анка, а Анна Сергеевна. И вообще, о чем это вы? Как это о чем? А может, ты и про Ленина не знаешь? Может, ты и про Чапая никогда не слышала? Про Чапая? Про Василия Ивановича Чапаева и его ординарца Петьку. Про меня, то есть. Ну, слышала? Ну, не знаю. Бабушка мне что-то такое рассказывала. Ну вот, так это мы и есть. Василий Иванович, Петька, а вы-то здесь как очутились? Мы-то как здесь очутились? Да вот, очутились! Длинная эта история, Анка. Длинная и поучительная. Может быть, вы, ребята, меня освободите, а потом и все расскажете. За идиотов нас держишь? Напрасно. Мы ведь, Анка, не психи. Мы сюда случайно по ошибке попали. Ну да, на машине времени. Сами, в общем, не знаем, как так получилось. Ты лучше полежи. Подумай, как нас отсюда выпустить, а мы тем временем подумаем, стоит ли тебя развязывать. Да, ребятки, а выпустить вас отсюда не в моей компетенции. Вот только не надо, ля-ля. Устрой нам побег. А то гляди, Анка, махнем вместе. Мы втроем таких дел наворочаем. Ух! Мы ж с Василием Ивановичем не просто так. Мы в Гадюхино собрались. Да только у вас тут непонятно, что творится. Инопланетяне какие-то, и вообще. Интересно, интересно. Значит, летели в Гадюкино, а попали к нам в больницу. А вы, ребятки, случайно не заливаете? Только по праздникам и под хорошую закуску. Ну ладно, ребята, поверю. Есть только одна возможность доказать, что вы те самые Чапа и Петька, про которых легенды ходят. Какая такая возможность? Есть у нас в клинике генетический детектор. Вот он смог бы ваши личности идентифицировать. Если, конечно, вы есть в банке данных. Не сомневайся, Анка. Банк мы еще утром взяли. Так что должен идентифицировать. Спасибо, Анка, что подсказала. Ну, мы пошли. А как же я? Я что, здесь останусь? Ну что, Василий Иванович, распутаем? А то неудобно как-то. Красивая девушка, а лежит в какой-то скользкой паутине. Тьфу! Тут, Петька, торопиться не стоит. Обмозговать надо это дело. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, оставляем комментарии. На этом мы закончим игру. А в следующей серии будем освобождать Анку от исследования. Вернее, от паутины. Сохраняем. И выходим из игры, друзья, чтобы посмотреть следующую игру. Это что за агрегат? Смотрите в следующий эпизод. А это пресловутый генетический детектор. Сам ты, Петька, пресловутый. Я одно не могу понять, как наши ДНК могли в этот самый детектор попасть. В наше время таких детекторов не было. А помнишь, Василий Иванович, нам на бутылку денег не хватало.
Давно, еще в гражданскую. Да разве их упомнишь, все бутылки? Мы тогда еще на пункт переливания крови ходили, чтоб денег заработать и бутылочку купить. Ну, допустим, а к чему ты клонишь? А к тому. Тут, Василий Иванович, удивляться не надо. Надо детектор запустить, а потом ждать будем, когда нас отсюда выпустят. Поражаюсь, Петька, твоему оптимизму. Ну, давай, запускай. А как? Я не знаю. Вот и я не знаю. Все, друзья, пока. Счастливо, до следующей встречи. Дальше будет еще интереснее.